Ну что ж, всем привет, друзья, меня зовут Николай, канал будет Геймс, неожиданно и приятно, Шанин Фокс, первый на ГБА-версию. Надеюсь, все будет окей. И все будет работать прекрасно. Блин, я не рад, отвечаю, первый раз запускаю, ни разу не играл. Вот ни разу, вот на ГБА-шную версию ни разу не играл, ничего не знаю. Ничего не знаю, но уже мне уже нравится. Да, ну так все понятно. И это что такое? А, типа начало игры, ни хера себе. Такой звук непривычный эмулятора. Прям нинтендовский, слышно прям, блядь. Прям чисто нинтендовский звук. Ничего не знаю, ничего не понимаю, первый раз играю. Не, ну сюжет понятен, естественно. Фига тут уловая рожа, нормально, кстати. Нормально. Задобался эмуляторы настраивать. Столько штук говна всякого перерыл, пока нашел нормальный, который на весь экран и записывает. Не знаю, что там будет по качеству, но это максимально, что я смог настроить, ребят. Это пиздец с этими эмуляторами геймбоя. Еще этот геймбой, блин, кофе закончился, к сожалению. Пока настраивал, я уже успел его выпить. Не надо. Блядь, что тебе нахуй надо? Отвали от меня. Ааа, блядь. Как мне отказаться? Все? Все, иди в жопу. Я пошел к королю. Блин, непривычно, конечно. О, тут даже так показывается локацию, название. Прикольно. Прикольно. Да. Тут, блин, тут диалоги можно мотать. Это вообще замечательно. А где воины? Алло! Надо. Не понял юмора, блядь. Я ж поговорил с королем. Чё не так? А, есть, да. Что должно сработать, по идее. Чё такого не было, слышь? Слышь, я к такому не... тут так, нихера себе, нормально. Блин, прикольно. Кентау, Ханс, Люкмол, кажется, все те же самые, но... Еще и ты, да? Блин, звуки прикольные. Ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту, блин. Понято. Да, если бы я играл первый раз, мне было бы вообще... Я был бы в шоке. Ну, я имею в виду вообще в шаре первый раз. Я бы не знал, что делать. Так. Давай. Соточку дал. Типа вываливай отсюда. Я понял, мужик, я понял. Надо еще к инвентарю привыкнуть. Так, как тут продаваны выглядят?
Чё, блядь, тебе надо? Или ты не продаёшь? Не, ну если ты не продаёшь... Стоп. Так, ну это всё ясно. Это что такое? Это что такое? Такого не было, эй, алё. А, защита на один повышать, понятно. Так. Стоп, да блять, подожди ты, слишком быстро все. Так, ну, ремонтировать предмет. Т специальный Е. И продажа внизу почему-то. Почему-то внизу, ну и айтем бокс какой-то, ёбаный свет. И это еще что за дерьмо? Ладно. Блять, не на ту кнопку, я привык нажимать на... Yes. Так сразу, да? В смысле, блять? Это чё за херня? В смысле, блять? Тут всё другое, нихера себе. Нам показали типа отрывок. А, нихера прикольно. Бля, там какой-то бонус был. Тима. Ноль масса. Чё это нули какие? Что тебе надо? Старт батл. А, ну все правильно, да. Потихоньку. Блин, ну графика, конечно, классная, реально. Графику подтянули. Блин, что же я раньше не играл-то, реально? Я привык к мегадрайвовской версии. А мне нравится, ребят. Нравится? Да. Ага, здорово. Йогурт. Так, ладно. Так, сейчас... А, деньги дают всего лишь. Дай хрень. За бонусные заходы. Поехали. Да, мужик, да. Я тут куплены, как выглядит. Да, поехали. Сейчас землетрясение будет. Эх, хера там очко. Нормально так. Бляха, надо камеру, наверное, убирать в следующей серии куда-то. ХПшку видно, но... Бля, вы серьезно? Подожди, а как мне... В смысле, блядь? ХПшку... Ну, это уже, ребят, в следующий раз. А... Подожди, а я выбираю, кем я ходить буду или что? Понимаю, пока я буду разбираться, погоди. Ханс. Блять, как непривычно. Нет, да это... Я не выбираю. Если бы я еще выбирал сам, кем мне в этот момент надо походить. Вот это, кстати, фишка была бы очень интересная. Ты что же делаешь? Немного непривычное управление, блять. Так, ну они тут такие же тупые, как и в оригинале. Я хотел ударить издалека, тут что, нет у него копья? Подожди. Подожди. Подожди, а как мне... Нет.
блядь, а как мне статусы смотреть? Бляха-муха, какое непривычное управление, а? Как непривычно. Я вот сейчас прям хочу статус посмотреть, как мне это сделать. Он не смоет его. Конфиг, выход, карта. А что за конфиг? Подожди. Ну это... Бляха, я не понимаю, короче, пока. Пока непонятно. Бляха, а как же мне статусы смотреть? Как же мне, блядь, статусы смотреть? Я все кнопки перепробовал уже, ребят. Могу, кстати, на крестовине играть. Чё за блядский бред? Я не могу смотреть статусы. Может, тут нельзя? Если, блядь. Блин, как непривычно. Я очень долго все буду проходить, блядь. Да, блядь, как непривычно, ребята. Ой. Вот бить не бить хз, я не буду, наверное. Я подпривыкну сейчас пару-тройку серий. А ты не должен был подходить, слышишь? А, все правильно, это я просто не дошел в прошлый раз. Отлично, блядь. Да, управление. Короче, ребята, я привыкну, конечно. Я уже потихоньку привыкаю, но как статы смотреть, ну, экспу, херспу. Вот это я не хз вообще. В оригинале какая кнопка за это отвечала? Вот, ну лучше так напишите. Нихера тут гонг сильный, блядь. А это вообще справедливо, нет? Пока. Нормально дают по 48, ну и по-моему в оригинале тоже давали по 48. Это второй части теперь в бою по 24 дают. Ну все же, как же мне смотреть, ребята? Я хз, блять. Я хз, серьезно, блядь, вообще, души. Ну для этого вы у меня есть. Вы у меня для этого есть. Так что... Что у вас... В этих... Да, и там лейбл загораживается, надо будет лейбл переносить. Да, я думаю... Слева ее сверху поставим, оно, в принципе, не так сильно критично, там всего лишь
Quant-эффект, тот же самый, как говорится, показывается. И все. А, тут так вот эти показывают, ладно. Чё-то я сыпую выше идти, если честно. Прям сыкую-сыкую. А чё сыковать-то, правильно? Чё ссать-то, поехали биться, играем уже всё-таки. По фану. Сдохни, падла. Как мне смотреть, блядь, сколько до него осталось, это не после же боев я буду смотреть. Не, я могу, конечно, после боев там в штабе смотреть, без проблем. Но это будет очень геморно, долго, ему мутно, нудно, и кому оно нахер нужно. Я думаю, оно... Нафиг никому не нужен. Первый промах. Не, ну трёшку терпимо. Восемь, нихера ж ты хернул, блядь. Блин, а зачем вы это сделали, что показывается восстановление КП после анимации? Так непривычно. Скорость, как обычно, это же Ханс. Походу, я не успею бонус получить. Да и срать на него. В принципе, срать. Правка его. Нормально, трошка. Все, что ли? Блять, опыт просрался. Зато бонус получил, 250 золота. Опыт просрал, но золото получил. И выбирай, что лучше. Блять, не посмотрел. Бонус не посмотрел, что надо сделать. Сколько ходов? 12. А, ну вот, могу смотреть. Могу тут смотреть. Могу тут смотреть. Без проблем. А это, наверное, не буква О, типа, кто в отряде. В смысле, а у Ханса... Смысл у Ханса топор. Погоди. Да, это что-то делает. Погоди. Тима, Бигды. Это что за дерьмо? А, ну это объясняет, да. Подожди, да-да-да, выйди пока.
Это как непривычно. Какого хера у тебя топор? А какого хера топор валит там их делает? Короче, хрен его знает, разбираться будем, ребят, пока мне ни хера не понятно, ничего еще. Да, поехали. Но эти прикольные, мне нравятся. Персонаж как нарисован. Я раньше думал, не очень будет смотреться, не, нормально. Чистые классические нинтендовские рисовки, если честно. Потому что геймбой и консоль от Nintendo, а игра от Sega замечательная. А игра от Sega, да. Нарисованы они, конечно, покруче, чем в сеговской версии. Покруче. Даже прибавлю маленько звук. И пойду проверю, ребятки, наверное, запись, сейчас вернусь. Так, ну вроде там немножко подправил. А то... Эмулятор громковат был немножко, громковат, конечно. Но это издержки первых серий, Блин, ничего сделать не могу. Камеру в следующей серии перенесу, блин, главное, чтобы у меня настройки в программе записи из-за этого не сбились. Или оставить так, в принципе, видно, сколько у них ХП. Ну, так-то видно, но не особо, да? Я вас не... Ну, или пониже я ее опущу, тоже как вариант. Ответные атаки появились, их же не было в оригинале, блядь. Их не было в оригинале, не было ответных атак в оригинале, не было, да ладно. Это с одной стороны хорошо, а с другой стороны это очень хреново. Да, я и левел, блядь, не вижу, нет, я буду менять. Но это в следующей серии, ребят, все сделаем. Сегодня у нас такая пробная. Да, контратаки появились, охренеть можно. Это, наверное, еще не все дерьмо, которое мне известно. Но это я буду ждать ваши писульки, как говорится, в комментах. Писульки в комментах. Блин, так хочется сегодня, вот воскресенье, так хочется выложить сегодня это видео, но оно на понедельник, хотя в понедельник можно гоночки записать. А, не знаю. Хотя, наверное, выложу сегодня, чтобы почитать ваши комментарии, замечания и советы. Да, эту ни пизды не видно. ХПшку и ой не видать. Ну и все поправим к следующей серии. Только не забудьте об этом написать, а то я забуду, я потом сяду опять записывать, и опять будет то же самое.
А то я забуду. Наверное, будем проходить долго, потому что слишком... Не знаю, буду я засиживаться тут в этой версии за много-много битв, чтобы проходить. Не знаю, как пойдет. Пока интересно, но многое что непонятно. И, конечно же, я буду ждать ваших советов. По-любому, кто-то играл, да 100% вы играли, а я не играл. Я в мегадрайвовские всю жизнь версии играл. Почему вторую часть не переиздали тоже? Это же было бы... Да, блядь. Это же было бы здорово. Это было бы здорово, да. Блять. Тут даже... Выход через гору какой-то ненапражный. Имею в виду, интересно пока. Пока интересно. Походу, жопа нам будет там. Дальше. Не, ну кентавр-то как обычно, это понятно. Вряд ли получу бонус. Я тупо не успеваю из-за горы выйти. Да, в принципе, мне срать на этот бонус. Там только деньги. Давали бы там что-нибудь получше. Было бы хорошо. Блин, только реально прям что-то так хочется сегодня этот видео. Сегодня воскресенье. Выложить прям сегодня, прям вот сегодня. А завтра, наверное, гонки запишу. Я, наверное, так и сделаю. Да. Короче, как выйдет, так выйдет. Пизда. Блин, как они хорошо под магов стали. А маг, как обычно, не ходит. А, мага же нет, маги на толпу. Я что-то раньше времени радоваться начал. Ну вот это, конечно, будет бесить. А это случится в самый неподходящий момент. Самый-самый неподходящий, я тебе говорю. Я лучше подхилю. Блин, первый уровень. Надо опускать, короче, камеру, чтобы я нормально мог контролировать. Левела, иначе я тут это в сторону так нехило. О, дружище, на тебе, блядь, контратаку, мудак. Ха-ха, я тут не должно было быть, но он сдох. Главный прикольно нарисованный, кстати. Мне нравится. Один, чувачок. Так, ты у нас мощный, давай. Гнома сраного. Блядь, нечаянно хильнулся. Сейчас ничего не дадут мне за это. Нет, тут дают даже за просто так лечение. О-о-о. Можно качаться уже хорошо.
полный. Магия красиво выглядит, кстати. Шесть маны, хорош. Резист есть от магии? Да ладно, серьезно? Нихера тут прокачанная версия, слушай. Я прям очень доволен сейчас. По-любому тут еще много чего интересного, чего я не знаю. Пишите, ребятки, прям пишите. Прям можете прям длинный текст писать, я прочту все нововведения. Я даже попрошу вас об этом, реально, напишите. Очень важно и очень интересно. Что поднастроить, что подстроить, что, как, куда и тому подобное, все пишите. Переводится ли опыт? Я потому что не знаю, как смотреть. И да, вот обязательно, как, блядь, в этом бою смотреть, а? А я хуй знает как. Это ходы смотреть. Конфиги. Да, вот так сделаем. Ой, да ладно, цвет... Да ладно, блядь! Нихера, вот это прикольно, слушай. А вот это классно. Блин, а синий, он так привычен, да? Вот он так привычен. Но красный, мне кажется, еще круче. Не, хпшка сливается, не хочу. Ладно, этим будем экспериментировать, короче, потом. Хотя нормально там все показывает, почему сливается. За это тоже отдельный респект. За кастом появился. Блин, мне вообще хотелось оригинальный Game Boy Advance купить себе, ребятки. И эту игру. Реально. Поиграть на железе, посмотреть, каково оно. Он сейчас, я думаю, стоит недорого, Game Boy Advance. Чё ты, кентавр, долго думаешь? Так, ну встали они так же, как и должны были. Блин, за кастом дерево-логовых окон, это, конечно, респект. Маленький, конечно, кастом, но, блин. Такого даже раньше не было. Все классно, но много вопросов у меня прям до хера. На которые я жду ответы. Но это типа мне надо за один ход, да, сейчас их убить, да я не успею. Ни за что в жизни я пока обходил. Да и хер с ним, с этими бонусами там. Че с топором будет делать? Пишите. Все это мне надо знать обязательно. Я не успею, тем более, я еще тут расставляться буду, как обычно. Ты чё ж, мудак, делаешь-то? Нехило, 8, блядь. 8, блин, чё, слишком быстро. Куда ты не должен был выходить, слышишь? Слышь! Нет, ни в коем случае. Нихера, вот это вообще неожиданно. Да-да, слушай, это всю тактику игры надо будет пересматривать. В дальнейшем, это же жопа. Это прям задница будет. Не, это будет интересно. Слишком быстро надо
по это в норму поставить. Я даже сам не успеваю глядеть. Хорош. Ебать его в рот! Ёбаный свет! Мама, кончилась, бля, пизда гулям! Нет, Тао тащит. Фух, чуть не сдох, прикинь. Опять топор, что ли, дали? Опять топор дали. А тут есть что-нибудь, может, прикольное, нет? Нет, ничего прикольного такого. Бонус новый, там, может, новые персонажи, что-нибудь такое. Замок, а меня не пустят, да, типа, сюда? А, типа, пошел нахуй. Я понял. У нифига по диагонали можно ходить. Прикольно. Ладно, ребятки, давайте на этом закончим. В следующей серии продолжим. Так что пишите. Пишите и подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментируйте. Вступайте в группу ВКонтакте. Смотрите влоги. Всем до следующей серии. И всем пока. Блин, классно. Мне прям вот понравилось. Много вопросов. Все. Всем пока.